Девять есть. А, во, вижу. Принял. Редактировать список. Чё? Да не надо никого редактировать. Играть в локальной сети, один игрок, одиночную игру. Играть в интернете. Ты пока в интернете не играй, но играй по локальной, наверное. Не по локальной. Не, в интернете играть только с друзьями, во. Только с врагами, да? Ну, создать сейчас новый мир, лишь друзья. Какой там у тебя же левел? Так назовем. О, для румба. А я не помню, 70-й, наверное. А-а-а. Кстати, наверное, со мной будет неинтересно играть. Почему? Ну, я пока в процессе установки игры. А-а-а! Это не принципиально. Ты как, её на распродажу, что ли, Вовку купил? Нет, я еще и не купил даже. Я настолько... Не, ну ей можно купить. О, я тут разочек даже умирал, оказывается. Да. Такое. Не, я просто сейчас ее перепрохожу в героическом, ну как сказать, режиме, короче. Ты извращенец? Ну, почему? На самом деле достаточно интересно. Ёпте. Единственное, я еще понял, надо громкость подкрутить. Так как вам можно... Подожди, ты когда умираешь в героическом, у тебя разве не заканчивается игра? Не, ну... А, во. Ой. Персонаж, который... О, так, громкость добавил, а теперь... Где микшер приложений-то, господи, я уж все потерял. Ладно. Будем действовать по старинке. Кстати, в пятой плазме микшер приложения, это какой гемор. Так. Мониторов-то у меня два. Аудио. Блин. Ой. Чуть не обосрался. Громко. Включить кто-то справа? Левая включу. Румата косяк. Все нормально, все рассчитано. А что, на ДПС? О, норм. Ну ты же, Вовка, в Диабл-то играл, да? В Диабл, да, у меня там даже прогон 600 плюс, 700, наверное, почти. Ну, значит, знаешь, как это работает. Так вот я говорю, в героическом ты когда умираешь, один раз тут ты уже все умер. Не, ну здесь просто усиленные мобы, там все такое. Нет, тут такой механики прям нет. Жесткой, да? Как где был? Слишком задротской, вот почему я помер-то, я вспомнил. Расслабился? Да. Меня анально покарали. А там что-то типа сезонов есть диабловских или тоже нет? Да нет, это же игрушка такая, как сказать, разово выпустили, ну там чуть-чуть попачили и все. А, понятно. Ну, скажем, как вторая Диабло, то есть. Ну, знаешь, сколько патчей на вторую Диабло вышло? Не, ну это понятно, но здесь есть мастерская карта, допустим, то есть есть комьюнити, разумеется, там разрабатывают там свои карты. По-моему, карта-то у Диабло одинаковая, там на что-то другое было упор. Вот в этом, во втором. А, кстати, там что-то пишет, типа это HD вторую Диабло будут выпускать. Господи, да ну нахер, это глупость уже такая. Это бессмысленно. Третий уже. Так третий уже глупость, Лёх. Не, ну как, я всегда говорил, а чё вы ожидали от третьей Диабло-то? Она... И вторая-то всегда была тупо баттон-мешером, блядь. По-хорошему.
Ну, просто с небольшим количеством мозга требуемого, вот и все. Так на что? На что там мозг требовался во второй Диабло? Не, ну там хоть как-то там прокачать, хоть какую-то тактику там применить, да-да-да. Там, ну не знаю, то есть... То есть вы скорее просто так тупили? Ну, да. Скорее? Не, ну подожди, в третий там просто все упирается сейчас в то, что ты, короче, проходишь порталы, которые, ну, очень сложно там проходить, и все. Больше как бы... Да ёпти. Никаких фишек нет. Меня яд убивает, я понял. У меня защита от яда нет вообще. Ох, нифига себе, как он замерз. Точно, да? Кто? Хорошо замерз. Кто замерз? Я сейчас вообще обратно в Зерифеш вернусь. Зерифеш нет. Да мы тут Вову одеваем. Как бы немножко подостал. Вову одеваете? Вы что, балдели? Тебя могли бы одевать. Зачем? Он голый норм смотрится. Да вот на Доминионе он голый слишком привлекает. Мы как бы понимаем, что всем Вова нравится, но блин, ну зачем так-то? Слишком нравится, да? Да. О, я чувствую, и вот, короче, Ильича бомбанет, если он увидит. Да, как? Ну, он, что-то мы как-то с ним начинали проходить, мы реально там прошли всю игру практически. Потом что-то как... Да, потом что-то как-то надоело, вот чисто конкретно в кооперативе. Что-то как-то, что-то в какой-то момент так что-то надоело, и я прошел там буквально за полчаса до конца. Один. Это как обычно, тебя бомбануло часа в три ночи, да? Ты встал? Да. Надо проходить. Да, 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 да. Бля, хочу пройти, короче. И прошел. Ну вот как сейчас, собственно, время 11 часов, а я вот в Torchlight играю. Ну и игра хорошая. А мог бы это? Ром, ты чё, всё? Не, галга, продаюсь, у меня сумка полная. Не, я так скажу, по крайней мере, вот в отличие от, скажем... Диаблы, в которой уровень сложности меняется, ну, опять же, тупо количеством мобья и так далее. Нет. Ну, блин, я вообще в целом. Толщиной жизни мобья. Ну, в целом, вот. Здесь как-то, знаешь, контент не надоедает. Потому что его как такового особо-то и нет. История, конечно, интересная, но она так за уши притянута, и все. Никакого расследования, мозг вообще не занят. Просто бегаешь, кликаешь в мобов. Так тебе, может, по сайтам всяким ходить, по баннерам тыкать? Не. Не хочу. Нет, потом интересно компьютер чистить. Ничего не получится. У меня Linux. Что хочешь сказать, типа на Linux нет? О, ебать, я думаю, что за фигня? Я опять мочу, осень же. Вот что меня потянуло. Ха, на Torchlight, тут же опять надо убивать. Чё, один давайте это... Один и твинков давай. Арена. Какая арена? Через час, если ты про бастион. Нет, тоже мы же будем. Я ходил. Вот арена нет. Да, арена в 23 типа себе. Хочешь сказать? Может быть. А-а-а. Чё там, даже арена не собирается? Нет, собирается. Просто время какое-то 23. Странное. На 4 раза за день. Ёпте мне пиздец! О боже! Собирается несколько раз только. Фига себе, они злые. Давай-ка здесь возродимся. Давайте сразу лед убьем. Ну, чисто ради интереса. Или давайте я лед пойду убивать, а вы типа остальные. Элита, что ли? Ну да, и типа такой этот. Сейчас по лицу получишь, шик, наверное. Да, я сразу. Ну, походу уже получил. Иди жить, зараза. Ты ж чё, блядь? Пиздец меня выносит. Вы меня бомбануло. Не хочу я в Torchlight играть. Ты тебя нагнули? Давай. Да, меня мобы нагнули. Ты просто в героическом режиме соло пошел. Да, и к тому же... Да, и к тому же у меня шмот, и вообще я по уровню слишком отстаю от того, что... Ну что там, Хасик, кстати, пишет.
Тебе? Как дела? Да нет, вон мир пишет. Что-то. Круто. Что-то там. А ты можешь это как его? Я все могу. Да нет, нет. Дайте зайти. Звездочки перевести, Скай. Простых наздок начинается выебываться, чувствует власть. Нахуй такой офицер. Просто пьем оба. Нужно больше ДПСа. Сань. Дайте Сане зайти. Сейчас. Вы, блядь, издеваетесь, что ли? Мы одного моба бьем. Мы бьем сокрушителя. Ой, хрена себе тут. Заходи. Блядь, убили. Сань, тебя поднять? Подожди, я сейчас тебя подниму. Меня люди ВКонтакте захотели сразу, среди ночи. Контакт с тобой, люди, среди ночи. Да, люди со мной контачат, друзья, одно сообщение. Какой-то МГПУ. Тебе одиноко? Ты хочешь поговорить? Да, какой-то МГПУ пишет. У нас какие-то общие друзья есть. Какая-то Наташка непонятная. Ну, была бы Наташка, она меня сейчас разгрызла бы просто. Она в больнице. Что с ней? Да у нее мало, если ты про ту Наташку, про нашу. У нее мало с этим, с воспалением или что-то там, короче. Все, не слава богу. Огнестрельная змея. Одноглазая огнестрельная змея. Зачем она тебе? Так, стрелять из одного глаза. Как же, зачем еще может быть одноглазая змея? Что-то с комплектами шмоте какая-то вообще беда. Я, кстати, тут выполнил ачивку задротскую. Я собрал фул часового. И что оно тебе дало? Да хрена, клево. Что ты там делаешь? Что стоишь? Плюшек. Да Вову, так сказать... Мешку. Разглагольствует. Это так, да, вроде звучит? Если не употребляя... А, нет. Слово пиздеть? Да. Слишком витиевато, Дэн, слишком витиевато. Будь проще. Только Саня не смог повернуться. А кого вы там поворачиваете? Что такое? Дэн, привет, будет слон для нобонекровги. Ну, а ты... что, доуебывался, да? Что такое? Кого грохнули? Блять. Вот это жестко. Вот он там выпал. Но выебывался на офицер, то его кинул просто. О, нихрена, это я правильно заклинание Пету поменял. Вот это он отжег сейчас. Что мне бьет мне туда-то? Скажи, Дан, короче, если еще кого-то притянешь с собой, то найдется. Ну, я думаю, его взять, пусть он притягивает всяких нобов, да? Ну, давай. Ну, типа, прямо сразу из Камелота может, типа, спросить, типа, там еще кто-то да, хочет. Да, скажи, что в ночь плохие офицеры, а у нас хорошие. Камелот вообще кусок говна, это все знают еще со Шторма, по-моему. Там такие были? Такие там были? Похер, блин. Ебать! Там вообще вставляют. Меня просто распяли жирные мужики. Ты к ним не ходи. Растянули прям в пещерке. Накрой зеркало по этой простыней. Где? И чё, и чё? У меня в зеркале жирных мужиков нет, Дэн, давно уже. Приколись, они там довольно стройные и скоро даже увидят кубики пресса. Солидные такие кубики. Солидные такие кубики, по крайней мере, мне эти мужики на ощупь нравятся. Лучше тебе девушки нравились на ощупь. Девушки я люблю не на ощупь. Я пожираю их глазами. Ну, вы юрист, что ли?
силы рыбы. Это закрытый клуб. Я пожираю их глазами, а потом укладываю одной левой. То, что пожрал? Ага. Давайте просто к боссу подойдем, все паки придут. И чего, ты будешь стоять просто возле босса и ждать паков? Я не тэпнулся. Вау, вы настолько топы, что и видите мобов? А чё, нет? Ах ты, нихрена тут дядька толстый идет. Ой, он пинается. Гриб свекла. А, гриб слизь. О, я думаю, че меня убивают? От них надо, короче, бегать и очень быстро. Много луж сразу я не переживаю. Теперь у нас есть мхази где. Возвращение Будулая. Лёх, ты знаешь мхазь? Махаона. Не знаю. А, Махаона знаю, мхазь нет. Но он мхазь теперь. Да ради бога. Соль за прошлый мув. Надо заскринтил, что... Так, а ты дала, чтоб он еще кого-то там вытянул? Да, придёт в ТСК, что я буду им писать, что ли? Завербуй мне это, того-то, другого. Да. У нас он есть неудачный вербовщик, он сейчас он в Торчлайте торчит. На него были большие надежды, ему даже права в ТСК дали. И? И... А он чё? Ну мне интересно продолжение истории, рассказывай. А он нас не поддержал. Я не имею физической возможности вас поддержать, более того, не имею морального права и... Как это? Моральное право ты всегда имеешь. А нет. Я покупал Зеву, надеялся. Я себе не прощу. Что у нас много общего? Прям ниже пояса. Ага, ниже поясницы. Пойду. Ой, я промахнулся. Выкинь, ёпти, она биоразлагаемая, ты даже в окружающей среде не навредишь. Я наждачку куплю. Да, купишь наждачку, ты даже в окружающей среде не навредишь. Ну это еще кому, кто кому навредит, ему. Ну, Дэну навредит окружающей среде. Окружающей среде. Что, дать мне мхази накидку? Конечно, давай. Маха быстро, давай, быстро вкачает, он тот еще задрот. Да у нас был, жди, короче. Да. Скажи, 10 человек. Это ж, Маха. Пригласит гильдию, получит чемпионку. Это ж Маха. Приведи с собой 10 друзей. Да. Какая-то глупая политика гильдии. Можно просто создать гильдию и писать об этом, и все. И будет самая толстая гильдия на сервере. Какая у нас самая толстая, у нас самая тонкая, у нас прям спартанская гильдия. О, я царя буревика нашел. Буревика? Ща, буровик, да, ща я буду пиздить грибы ногами, короче. И из пистолетов их расстреливать. Эй, буровик, ты где, царь? За местного лука играешь? За стрелка. Я из пистиков долблю парниками. О, абсолютная зелка. Бедный Тержден, он на тебя обидится за это. Из гильзы вернет, наверное. О, я 69 уровень, ап. Слышь, Дэн, 69-й, шутки за 300. А, ну все, да. Влетается там финт. Все, покачаем гильду? Ну да, что не покачать-то?
Там, короче, лям, что ли, надо или все. А вы что, уже и символов наворовали, набгаюзили? Мы по-другому. Сложно сразу объяснить. Ёпта, ни хрена! Что? Слушай, ну это хардкор, у меня сейчас эпилептический припадок будет, матерь божья, ни хрена! Что, шотнули? Да не то, что ваншотнули, просто, ёп, это ураган. Экшон, нах. Это все равно, что, знаешь, вот как бы так попонятнее объяснить. Это все равно, что к Гогу с Магогой, короче, не проходить из-за разницы в уровне, а просто пробегать сквозь все это, блядь. И собирать все на себя. Вот примерно то же самое. Матерь божья, сейчас меня опять разложат. Не, ну не, я нифига, я все почистил. Почти. Ёптить споры, матерь божья. Ёпти, он еще вы... О, боже! Пиздец, игра для задротов. Я люблю Torchlight. Кто будет принимать? Мразь. Кто звал, тот пускай принимает. Я вас не звал, идите нахуй. Пока, Егор. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Пока. О, попробуем на кроте. Я надеюсь, завтра у нас человек 30 уже будет. С чего это бы они там появятся? Ну ты видишь, мразь. Ебать. Сейчас зайдет. Напиши, чтобы он их звал. Ой, это зайдет, скажем. Ладно, давайте. Пока, Егор. Пока. Давай, до свидания. Тут уже небо, короче, стоит. Небо? А дождь это кто? Нет, тут дождь стоит. И зашел, вышел. Давайте, дождь, короче, это... Один зашел, вышел, другой вышел, зашел. Ну, а третий, я не знаю, что будет. Не вышел, я не вышел, зашел, зашел. Да? Зашел, зашел, вышел, вышел. Я убил. Я убил, я красавчик. Мы это не оценим. Давай постик. Кстати, слушай, мне из-за того, что я подписан на твой твиттер, мне начали твитить какие-то эти... мужики, короче. Со страшной это... этими физиономиями. Пока. В смысле, какими страшными физиономиями? О чем? Да я не знаю, пиндосы какие-то непонятные, там, арабы или еще что-то. У меня кроме тебя я ни на кого в твиттере не подписан. О боже, а я понятия не имею, что за арабы. Да? Может, значит, это... Я арабов не звал, идите нахуй. Не, ну просто мой твиттер, он как бы... Так, подожди, он как бы окуклен. Стой. Извините, что прибыл. Скайп поменяй ника, брат. Я же вас в это приглашаю без плюсов, а тут получается я запутаюсь. Так после. Ну ладно, сейчас меня. У вас. Ну, у меня зрение, блядь, минус 3, ты запарил. Сейчас. Здесь над Александром. Вон там муха сверху сидит, кстати. Минус не. Издевается на. Вообще, я офигел. Здорово. Привет. Здорово. Так, кстати, блин, и мне опять надо на полтора острова. Полтора? Или сколько там? 28. Короче, либо вот этот квест на 28 сделать. Чё у вас там произошло-то? Там, короче, ну, офа чувака сделали, он 2 недели вроде нормально был. А потом что-то началось, у него какие-то сдвиги. Что-то начал всех, короче, карать за то, что кто-то, допустим, на БГ проматерился при нем, да? Он сразу, короче, начал там кидать всякие предупреждения. То есть там 3 предупреждения набирается, он все штрафника кидает, да.
То есть штраф 10 тысяч голды в казну кидает. Нет. А он предприимчивый парень. Ну, я с ним так поговорил, короче, в этом. Сначала в ПМ, он меня не понял, то есть он начал какую-то дичь там мне втирать. Типа он сам знает, что делать, не зря его этим офицерам назначили, все такое. Потом, короче, этот, начали, ну, дельчат, волнения начались. Я, короче, этот, ну, тоже поддержал их. И что-то так получилось, что все потихонечку слились, а я вовремя не заткнулся. Нет, ну, кстати, мы по этой же причине Папандера просто не запускаем в игру, он только в ТС-ке сидит. Да. Если он просто... Мне нельзя. Табу. О, Лёх, привет. Здорово. Ну и вот, и так получилось, короче, что это. Получилось, как получилось. Понятно. Я тебе еще сейчас ник напишу, еще возьмешь, ладно, человек. Ну, прям сейчас, что ли? Ну, сейчас, подожди, ну, подожди. Ну, просто потихонечку конста оливает. Это... хорошо. Так, потихонечку, подожди, это как? Это скажи, как? Что у нас Папандер играет под ником. Не надо! Не надо! Не надо притягивать это... прошлую славу. Ну? Пусть мне... сейчас, кому написать? Кому? Азарте. Он просто по таргет инвайтит, ну, про плюсик и принимает. Мы завтра за водкой идем. Вау! Вау! Вы целый рейд за водкой организуете? Да, у нас рейд на водку, ты представляешь, Лёх, ты что теряешь? Ебать копать. Я не пью водку, я не пью пиво, прикинь, я... Блин, я вообще не пью, на самом деле. Да не, последнее, не последнее, что я выпил в этом году, это была так последняя бутылочка шампанского, вот где-то... Такой вот, с газиками, ты еще шоколадочкой около... закусил. Да, да, только не шоколадочкой, а икрой. И все, и я думаю, это будет хорошая такая традиция, да. И спать пойду, опять чародеев посмотрю в этом году и пойду спать. Лёх, это, слушай, сделай, знаешь такую тему, включи скайп. Зачем? Ну я тебе... Блять, пароль бы от него вспомнить, чё ты мне? Картиночку скину, где работяги нападают на водочку. Нет, спасибо, я не голодный, на водочку нападать. И на неё не от голода нападают. Наоборот, от жажды. Что там, принял кого-то? Да. Аддам Хусейн. Аддам Хусейн. Аддам Хусейн, слушай, нормально. Хорошая телега, мне нравится. Вот такие ники я люблю. Это лучше, чем Лёша 3-3-3-3-3-3. Ну или там, типа. И Хох, малыш Хох, да? Да, да, типа. Ну или это. Ну не нихуя, не только не ох еще, а о малышо, хо-хо-хо-хо-хо. Да-да-да. О малышо. Ёпте! Это, Никит, я пока присутствую в поем, потому что я еще краще. Че, у нас сильно вехи отличаются от вех в Камелоте? Сейчас скажу. Да нет. Ребят, чуваки, я только что завалил опёнка в короне. Запей. Не, серьёзно. На грибы полез. Извини. Да-да-да, я пинаю грибы. Чё у них? У них чемпионок, дохрена, я так понял. Да, по чемпионке, короче, заточен. То есть начальный вехи, где с чемпионками граничат, там все чемпионки взяты. И, короче, в третьем слоте, получается, где наковальна. Потом пропаганда, и, короче, взят зов предводителя, и следующий мил с астрала, короче. Ясно, ну да, в астрале швайпаться нельзя. Вот, и что-то, короче, сейчас скажу, что-то еще там было, я что-то так... А, у них Реальгара нет ни одного. Ну, ярости нет. Реальгар у нас будет потом, после кровожадности. Мы за улыбку сделаем кровожадность. Нет. Ну вот, то есть... Чуваки. Заметь, количество наших людей, которые качают гильдии, которые там. Чуваки, я вам так скажу, не ходите ночью в лес за грибами. Это само по себе. Особенно с чемоданом и пистолетами, как я.
Пиздец. Там, короче, лидер, да, знаешь, он заходит раз в две недели. Ой, наоборот, два раза в неделю, короче. Это Черный Барон? А. Нет, это что, если Черный Барон был, то этот... Это Черный Баран. Черного Барона, там он давно уже играет. Там сейчас Абхаз. А он прям Абхаз? Там просто мы хотели угара ради хохла сделать лидером гильдии, там был бы хохол, абхаз, грек-россиянин. Абхаз, реально абхаз. А он пироги умеет печь? Не знаю, я не спрашивал. Абхазские пироги, слушай, это что-то новое. Не, а, это осетинские пироги, блин, я спутал. Слушайте, я вообще не культурный. Мне он что-то рассказывал. А нет, там, короче, два чувака, получается, они друг друга знают, тоже один абхаз. Абхазские пироги, это со свининой, потому что можно. И, короче, он этот что-то там рассказывал, какой-то анекдоты руками едят. Я так и не понял. Но он себя всякую дичь рассказывает. Мы в астрал летим. Кто-то там командует, что делать, он рассказывает какую-то дичь. А Фия, это с тобой летает в конце? Фия, и да. Твой... Но он, да. Но он как, то есть на ЧД с нами ходит и летает тоже, в принципе, со мной, но как? Ну там сильный разрыв ПГС, поэтому как-то не вместе. А в чё там разрыв-то? Я не знаю, мы вот взяли, но у нас есть вот мешок, который этот... Нет у вас мешка, я не играю в Володу, отстаньте. Да ты днище, на смешок это Вова. Я днище, а Вова на смешок. Как сейчас получилось? Сейчас я вышел, да? Вся, ну, половина консты даже. То есть там как, получается, конста, еще два человека на замене. То есть вот пришел сейчас вот этот... Ну как там получается? Они не могут, то есть часто. То есть мы с короче, скажи, вы играть будете? Я просто могу сразу всем чемпионки выдать. Ну, мы-то будем. Таня, выдавай чемпионки. Я просто стой, вообще не, левый не перец. А чё? Один... Ну короче, я потому что не знаю, кто еще придет вообще. Не, ну мы выдадим, а потом снимем. А, фигня. Ну давай. Они реальгар получат за эту неделю? Да. Нам пожалуйста, как... пожалуйста. Нам как бы не жалко реальгар на самом деле. Играть будут, нас... Мы не стремимся набирать как бы слоты для кача гильдии или там еще просто ауе слоты. У нас, нас... есть кто качает гильдии? Да, но если надо, мы сами можем гильдию прокачать, потому что мы знаем просто механику. Во, чё я сюда раньше не заглядывал? Клёвое шматьё. Ну вот, завтра, короче, танк придёт, ну то есть из консты, с которой мы, в принципе, этот всегда... А у танк. Него душа есть у этого танка? Да, у него душа хила. Ой, я чё подумал, а чё вы в Guild Wars-то не играете с тем же успехом? Зачем? Чтобы качать для этого. Не, зачем там качать? С солодов начал, с солодами закончил. Не, там ничего такого качать не надо. Блин, купил один раз и все, и кайфуешь. Если не купил, не кайфую, да? Ну, блин, логично. Но зато реально купил один раз и все, и получаю удовольствие. Ну вот себе я сейчас хочу тоже салат и душу брать, друида. Скоро будет ларец душ, честно. Да, улучшенный парминси на лимоновую душу. Ну, да, кристалл аст. 6.02. Поставить это будет сразу же. Практически. Кстати, я что-то об этом не подумал. Ну там говорят, с этой мини-секцией, по сути, порежут. И решку изменят. Да там мини-секция не порежет. Бить, и вот удар у тебя будет набираться. И за отхил тоже набирается. И за отхил будет. Да нормально там все будет. Некромантов реже стать не буду, не буду делать. Некромантов порежут в 7, что-то там. А в 6.02 ненормально будет. В 6-й версии везде некромантов бывает. Ну где-то может в КЖЦ или в каких-то... Ну да, только на этот не нужен. А, во, карты надо покупать. Ну в зале он не нужен, потому что там кровожадность херится. А что за вот это, если не секрет, махинации там гильдии, что-то выходит, люди заходят? Да это просто говорю, псих какой-то, есть. Он вообще, сказать, долбоёб. А, всё, я понял. И заставляем качать нам гильдию. 96-100, нихера себе уровень. Вот это я, блядь, купил. Ты вообще что-то не в тему. Не, я понимаешь? Просто тут смотрю такой, нихера себе, бля, у меня уровень, короче... Я с 69-й лезу на карту 99-ю. Чё, гнёшь их? А, с голой жопой-то, да. Хотел взять специально, чтобы пробежаться. Осквернённое кладбище.
А, тут, короче, знаешь, тут так же, как вас... как сказать? Короче, как... Ай, забыл. Заряды, короче, астролябии для прыжка, только можно нету просто взять и купить. Нету больше зарядов для прыжка. Забудь. Ну, я вот так вот, по аналогии. Короче, покупаешь карту и прыгаешь туда сразу. Телепорт на удачу при получении удара. Нихера себе! 200% шанс причем. Шутники, блядь. Монтаж. Это ваш? Да-да-да. Подождите, демонтаж? Монтаж. Нет, просто монтаж. Жалко. Вот это тоже Барт с Константином. На демонтажа я бы посмотрел, да. Вспомнил, у него такой довольно-таки неплохой ГС, по-моему, даже. 965. Вообще, в Консте я самый лоу ГС. Башня Дракона. Не расстраивайся. Не расстраивайся. Я тоже лоу ГС. Мы тут сходили, короче, попали против эскалэйшенов. Вова, знаешь, как быстро улетал? Ну как, мгновенно. Вообще, ну, хорошо, помнишь первую волну на сегодняшнем АБ? Вот примерно так же я улетал. А, не, ну, я там... что-то не смотрел, я от Дэна бегал. Не, ну там, понимаешь, а не, у нас просто, нет, Хилл психовал, типа, бейте, бейте, некровов, они меня убивают. Он даже не заметил, что его вар нагружал под бардом. А я, короче, был, наверное, до седьмой волны в хиле, короче, смотрю, хилил, ну, не знаю, как его зовут пока, Руму хилил, Хохла хилил. Вот какой-то там второй по хилу и кого-то там еще какого-то тоже хорошо такого ГС, но остальные лучше, у нас были чисто зеленым ГС, у нас все остальные были. Ну короче, хилит. На них, кстати, бесполезно не бериться. Они сразу будут ходить так. Я вас перебью, чего, монтажу тоже накидку дали. Да-да-да. Ну, смотри, короче, нямки давай обычно накидку. Нямки так обычно. Ну, шаки давай обычно. Да слакеры у нас есть, короче. Как бы. У нас вторая патька не собралась. Они как бы заходят, но. Так все. Ну вот, я думаю, сейчас, если все как по плану пойдет, то у нас на следующий ЧД уже на пати не пойдет. Смотри, Джекил тоже снимаю. Ну да, да. Ну обычно. Обычную, замени на обычную. Ну да. А что там по затмению? Мы просто отсчета не ходили, как бы там. Большой прогресс. А, да. В смысле, у нас? Ну да, был. Или. Ну, у нас. Мы, короче, как. Первый раз вообще, в принципе, блядь, пошли. Короче, никто тактики не знает. Все повайпались, нет. Короче. Ну как? Нет, стой. Повайпались, короче, там. Частично умерли на Богатыре, короче. В одну пати добили. Благодаря. Потом с третьего прям убили следующую, а потом нас просто людей не хватило. Понятно. Так, что за нахуй, я не понял. Ну, то есть это... две-три группы, в принципе, можно свободно походить. Подожди, а почему это перцы из Константы не знают тактики даже на Богатыре? Какие Константы? Там нет никого, Лёха, ты это... путаешь. А, ну да. Да, я действительно путаю, сколько серверов тут было. Сколько? Два. Ну кто? Мах с нами только на пиратке играл, например. Да, кстати, я Джок и искал Макса. Все, извините. Да не Макс, Маха! А. Кстати, Маха, а почему не Маха? Ну у меня, по сути, ник-то Маха. Так он занят, да? Все... Нет. Просто что. Ну я как пришел, что-то типа, ну, ты не узнавал, он когнит все тело. Когнит. Да, а потом... ты, конечно, узнаваемый, я ебу. Вот если бутылку. Вот если бутылку споявится, бля, вот это всем, конечно, порвет каны. Ну, а че будет? Куда мне с тобой это тягаться? Че будет? Просто пуканы начнут рваться, просто от факта смотри, приличия. Нет, Дениска, я с тобой согласен. Ничего не будет. И он такой, знаешь, Дениска такой прямолинейный, как инженер, блять. Проблема, проблема, проблема. Оп, решение. А ты инженером играть умеешь? Ай,
первый инженер на сервере, который апнул левел и... Да что-то ладно, там. Я тебя С одной бомбой ушатаю. Нет, я, по-моему, пятый, что ли, был по гирскору на серваке, когда перелился в храм, а я не помню так. Короче, один из самых прокачанных инжей был вообще на нитке. А, ну а потом, ну да, я что, на храм-то и поменял. У нас танков постоянно не хватало, затмение по-человечески троить, короче, нам нужны были танки. Пришлось... А здесь дурка, блядь. Не, ну, понимаешь, там целая проблема. Мы менялись в три танка, прям впритык хватало. Это при том, что вот мне уже тогда пришлось... На богатыре насраном, но это ж нитка. Отстающая на один сезон. Ну, отстающий на один сезон, понимаешь, в общем, прикол. А мы сделали так, что вот нихуя не на один сезон. Причем даже топов удивили. Некоторые такие писали еще там на серваке, типа, о, блять, Константа богатыря убила, может, и мы пойдем потраем, мы че, охуели, что ли? Ну, реально, такие, команда мешков, которая такая собралась, там, в мире чуть-чуть поорали, такие, эй, образуем гильдию, но народ кое-как там... подтянулся. Ну, это все есть на канале. Как гильда создавалась. Сидят такие три упоротых чувака, и, бля, как гильдию назовем. Константа. Ты чё, рэп любишь? И чё, блядь, какой рэп? Мы же вроде Конста, почему бы не назвать Константа? Сколько вы сезонов существовали? Да, один. Один, можешь сказать. Вау! Хуяси меня нагнули. Разгибайся. Не, ну реально тут... Слов нет, одни эмоции. Мастерская карта-то вообще огонь. Ну реально, как... Как в Астрале соло-остров, бля. Мы вчера с Вовой, короче, в соло проходили, а я что-то вообще прям, ну, залипать начал. Я взял вместо первого сектора в пятый. Ну, мы паки проходим, как бы на ОЕ, все нормально. К боссу подходим, и тут непонимание. Мы до этого босса, короче, ну, вдвоем ушатали. Как бы вообще не парились. Он, наверное, просто это... Берег. Да-да-да. Ну, это типа, потому что он на меня стан кинул, а не на тебя. Давай еще раз потраем. И что-то нас осенило, посмотри, в каком мы секторе. А мы, типа, пятый проходим вдвоем, вообще без хила, чисто на кровожадке. Ну, нормально. А потом начинают орать, что храмовники кровожадные, это говно. Пидорасы, блядь. Ну, это говно, да. Да? А пятый сектор на кровожадности пройти? Ну, мы же боссов не забили. Ну, вы же прошли. Нет, можно было потестить, но мне как-то впадло было, у нас горело время. Чего? Сейчас это, апнем, да, гильду, короче, это надо покрафтиться, посмотреть, что к чему. Третий полетать. Блять, что я заблудился-то опять? Где выход? Где выход? Что, там много еще надо, да? Да, левелапа. Еще танков 10 не было. Нормально. 4,5%. Хуя себе вас тут, братцы, налетело! В очередь, сукины дети. А я, блядь, фарки тыкаю, ё-моё. А он тут... Ты не можешь и тыркать, потому что я, короче, с кем-то разговаривал. А он тут ник меняет, ё-моё. Я поэтому тебе тыкаю. Зато ник как звучит, фарка, ё. Ее большой блок вообще поставить было. У меня shift не зажат, поэтому он с маленькой. Че, надо что-то думать будет, завтра посидеть, подумать. Сел на толчок, посидел, подумал. Да не, у нас народ появился, надо тебе это на народе думать. Ну, тогда в общественном туалете можно подумать. Кабинок нужно много. Да не, надо расскажи, что у вас, какие проблемы, что вам там не хватает. Денег.
куда вы летаете? Денег, ну, любви. Вы в шестой летаете, одеваетесь, или в пятой? В Турцию одеваться уже не летаем. Кризис. В какой? Какой, ёпт. Да блин, я из тебя ничего не услышал. Во второй, короче, летали. Ну, то есть, сегодня целый день. Не, ну второй это догнать. Не, ну второй это понятно. А, ну так, ключи где-то. Пятое? Ясно. А чё, что-то не пробовали проходить? Не, пробовали. Ну как я, мы как делились. Короче, мы, допустим, вдвоем с танком ходили в первую консту, ну то у нас там в самом ПГС-сте, что ли. А остальные ходили там с другими, короче. То есть, ну как понять, то есть мы делились на две консты, третий, получается, образовался, короче, вот так вот летали небольшими ГСами и ролили только крабов, короче. Крабов и мороз. Понятно. А это на фоне РК, что ли? Угу. В смысле, который кидает. Ну, это то есть... Камелотовская, да? Не понял, что это. Ну, у тебя на фоне. Нет, это я вообще не тут. Я не обращайся внимания. Это у него, как всегда, телек. Это фоновое, это надо от скельтоса уже был, наверное, привыкнуть, да? У меня Ильич постоянно, мы в танке гоняем, а у него дом 2. Дом 2 на заднем плане! Так это у Сереги тоже. Ну не, ну сейчас с рождением дочки это дом 2 прекратился. Да. Да, у Ильича такая же фигня. Так а у него не фигня, наверное, у него пацан, не? У него, ну блин, у него дом 2 теперь по жизни. Я говорю, я не просто так его постоянно доебываю. Ильич, заведи канал, это реально, это была бы бомба просто. Это круче, чем все ситкомы, которые ты когда-либо видел вообще. Вот реально, без шуток. А чё, вы не против, если мы между своими будем гельчат ходить? А? Не против, если мы между своими будем гельчат ходить? Да фудите. Главное... Проще было бы в Теску зайти. Ну, а нет, да он это... Про проблемы, наверное. Проблема, то есть между собой, да? Да. Вообще все. Нам вообще вот как бы положить. У нас есть там интерес какой-то, да, там в игре, а на остальное, ну, что хотите творить? Тропанесса. Какой ты интерес в игре? Дениска хочет всех нагибать одной кнопкой и все. Ну не, ни одной не получается, я тремя играю. Это я хочу. Выбросом мана, да, надо. Интерес у него в игре. Дайте мне выброс мана, чтобы плюс 100-500 критовал, и все. И я даже с инженера не слайд. 100-500, 100-500 это даже не ваншот. Там же жизни миллионами, нет? Только один взрыв. Так а там еще дотка будет, нормально будет. Дотка. Да, дотка. Дотка, вторая, первая. Первый, наверное, даже такие пенсионеры как-то не играют. Конечно, нет, я ее и не видел вообще никогда. Ты первую дотку не видел? Первый, что? Это как Warcraft. Не, я видел, знаете, когда ее? Когда на пиратские... когда на пиратские сидюки, короче, с Варкрафтом третьим пихали какие-то там модификации отдельные. Было дело. Только тогда я видел, а как играть мне вообще непонятно. Ее хер поставишь, хер запустишь, черт знает что, в общем. Ну, как сказать, классика жизни. Чё, ещё один твинг? Кто там? Сейчас цапнемся. Фарка вроде тэпается. Я уже на автомате, короче. Я не знаю, это там... Надо до завтра 25-е апнуть, и вообще можно просто... Фарка поднимает уровень нашей гильдии. Как бы накидок-то будет хватать, надо кровожадку добрать, и все можно прям на втором поле просто упарываться. Хватит мне, Сань. Ты не успел. Усохший лук. Похеру. Я быстрее тебя просто зайду. Куда? А чё, уже апнули, да? Я вот сейчас уже степлюсь. 3 секунды осталось. Зашёл? Только зашёл.
87, косарей, слушайте, это не так много, да? Сколько тут? 10 миллионов авторитета. 12 миллионов. А сколько мы там миллионов в час делаем? Пиздец. Вот как бы я хотел сейчас где-нибудь вот на Канарских островах обсуждать вот это вот так вот. Сколько миллионов мы, ребят, заработали тут вот, пока я напляжу. Что-то я, короче, меня вайпали страшные мужики толстые среди грибов. И я сейчас, короче, купил карту и пошел к этим же грибам, к этим же мужикам, только еще веселее. При этом в пещеру. При этом в пещеру. Ботанические свои увлечения забросил? Нет, конечно. Разве не заметно? Не знаю. Чего, продолжаю скачать, что ли? Конечно, но стоп. Сейчас, блин, до бастиона. Вон можно. Бля, где ж ты. Где ж ты столько карт вообще? Ой, карт этих. Как символов набрал. Или чем ты. Или чем ты качаешь? Персонажами. Персонажами. Тут за уровни персонаж приносит авторитет по механике. Ёпте. Тоска какая. Миллиарды твинов. Просто для качек гильдии. Да. Просто для мира. Твинов переродка. Гениально, блин. На самом деле мне даже чемпионки не так важны, как вот если я кровожадку доберу, считаю, это как шоп постоянно будет висеть на кровожадку. 25-й что ли нужно взять уровень? Да, да, да. 25-й возьму, там еще чемпионки дополнительные будут. Ну там мало ли кто. Может у нас теперь это. Народ будет. Может не будет. Зависит, насколько они продержатся с нашими спартанскими условиями. Просто вы этот, ну, друзья, напишите, чтобы не пугались в первое время. Чего они должны пугаться? Санька, не пугай. Дима, молчок. У них ливает все из гильдии. Нет, ну, кстати, нет, ты им скажи, что они в ТС-ку заходили, я права выдам, я вам даже канал создам, если вы стесняетесь нас. У нас просто это, есть Лёха, его не все воспринимают с первого раза. Чё? Да другой Лёх. Да. Я вам не восприму сейчас. Стой, а чё ты там сказал, что ливает? А? Чё ты сейчас сказал, ливает? Да это потому, что люди ливают из гильдии, вступают, ливают, вступают. Каждый, бля, у них вообще прям... Текучка кадров. Да. Дед творится в гильдии. Ебать! Кстати, завтра в лабу надо сходить. Нет, да. здесь просто пиздец. Видели бы вы это, слушайте, это огонь. Видео запиши, скинь. А я пишу. Это такой же. С нашими голосами. Это такая жесть, конечно. С вами же веселей. Баннер там поставь. Конечно. Какая там гильдия? Ты рекламируй. Это в твоих интересах, а не в моих. Работяги. Мне ж за это даже не платят. Вот, ребят, гильдия работяги на каком сервере? Да, как сервер называется? Блейд Алот. А, вот, да, Блейд Алот. Ебать, а я одноглазой змеёй всех мочу. Вот такой он. Да, именно мочу всех одноглазой змеёй. Вот так. Это ужасно, блин. Но это весело, весело. Я сказал, весело мне норм, мне ок. Где мои пистики? Бля, слушай, Лёх. Бля. Слушай, Дэн. Надо это вырезать будет половину. Нет. У Вовы с каждым клинком ее больше становится, да? Ну да. Пока не будет достигнуть лимит. У меня просто на этом, на тильде находится этот... Активация. Нет. Слушайте, это было жестко. На Ctrl поставь. Не, неудобно. Бацинет золотой. Нет, кольчужный бацинет. Здесь как-то, знаете, так тоскливо, без всяких этих шпял.
Со шпялами не тоскливо? Нет, со шпялами нет, но шпяла это, конечно, сила. Зато я апнул уровень еще, сколько я деньжишек заработал. Да ни хрена я не заработал. Там сейчас калок должен просунуть. Кала? У вас что, одни да. Некроманты, что ли? Да нет, в смысле? Есть, как бы, избытки. Нет, слушай, нет, ну, нормально, нормально. Это же, это, на РЧД будем, кажется. Подожди, 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 Куала же, это же офицер выше, не? Папа, Саша, папа! Все, выбирайся оттуда, это мы... Ну, он же раньше в мерчат орал, я помню еще. Да-да-да. Все! Ну, вот пи***ь, сколько там разрушивались. Ужас какой. Бедный Паша. Здорово. Так, что-то я пукли какие-то видел. О, дальнобойный. Скорость атаки. А, кстати, Лёх, ты там, когда на локацию приходишь, там, по-моему, есть такие чуваки, которые проклятые вещи продают. Вау. Вернее, не проклятые, это нужно распознавать. Вовк, а Вовк, у меня есть пистоль драгуна превосходства. Ну, здорово, и как он, ну, я, судя по звуку, не всех превосходит. Для модификации убейте 25 врагов, написано. Это что, знаете, что написать в новость дня можно, если не трудно, конечно. Ну, типа, чтобы, видишь, люди пришли сообщить ему, то есть там вечно зеленый чат. А тут они приходят, типа, все молчком. Типа, напишите, чтобы это... А, как ну, там? Хочешь, я тебе дам этого редактора новостей? Как там, короче, давай, команда была Тань, пиздеть. Ты можешь его назначить редактором новостей? Офицерку могу только дать. Ну дай, ты изгой? Начинается. Там только Каренин, но не кикай, он как бы ну, нужен. Да я никого не буду. Денег гильдии должен. Я видел. А, Лёх, слушай, ты ж в Твери, да? Разрушенный храм. Стулы. А, стулы, слушай, у тебя есть какой-нибудь пряник, но я не знаю. Такой нормальный, тяжелый. Я его Бьянке подарил. Бля, слушай, съезди, забери там просто Каренин. Она его сожрала. Ты видел, какой целлюлит она себе наела? Нет. Ну вот, тебе повезло. Я после того случая даже, ну, когда ты написал эту статейку, съездил, и больше как бы я о ней не слышал. Красавчик. Да это у тебя там планы, может, какие-то были. В Амстердаме не спеша, классица наша. Эх! Матерь божья, прямо от входа такая жара! Пипец! Опа, минус один, минус один. А-ха-ха! Да, мы 25 сейчас закачиваем, да? Да, закачиваем. Да, короче, вот лично тебя касается, пока 25-го не будет спать, не пойдешь. Хорошо. Аджигул, нормальный ник, приколитесь у моба. Аджигул? Аджигул. Аджигул. А можно себе написать, что будет и ЧД, и РЧД? А? Типа будет и ЧД, и РЧД, и полеты. Ну, можно же написать так? Да напиши. Будет все, танцуют все. Как бы мы и так все в теске сидим, чтобы ну, писать это, ну, прошлый век. Можно же слушать. Меня, например. Да, Лёху, например. Радио Лёха. Ну, это сейчас... Кстати, радио Лёха, я тут думаю, да, надо запилить радио. Один хрен сервак простаивает. Сервак должен приносить деньги, да? Ну, допустим, ты когда на смене, чё будет? Чё, диджей музыка Зева? Будет? Музыка будет. Диджей Зева, кстати, норм так. И джингл такой. Диджей Зева. В прямом эфире. Ой, бамбуя. Ой, я сейчас чувствую, отжиг будет адский. О, я прям вижу. О, я уже чувствую. Я прям чувствую, как пукан горит, жарко, больно.
покарали мой пукан. Твари, блин. Все, отгорелся. А ничего, кстати, так, ну блин. Сказать можно? Конечно. Да, давай. Хочешь по пандразам и этим? Это как по... Мы, получается, там водки 69 миллионов. О. То есть мы водку обгоняем на этом уровне. Хорошо. Угу. Ну, водка, она как бы уже это... Не алё. Ну, там уже не гильдия. Хотя, по-моему, подожди, мы же с ним на Доминионе встречались. Завтра узнаем, что будет. Мы же с ним встречались на Доминионе. А, ну, нет, да. Не встречались. Не, мы встречались раньше, но они потом в грозу ушли. И с грозой мы встретились. С грозой как вы встретились? Ну как вот, с Алексом Рейхскай. Мы встречались же. В этот раз. Ну, посмотри по истории. Ну, с ним ты что, не помнишь, на кого ты напал на этом чемпионском? Не, помнишь, там была одна пачка? Ничего так не сказать. 16-я. Нет. Так, интересно. Короче, да, мы в какой-то день попали. А, вот 2-е, 10-е число. Мы попали на водку. Ну, добрый фей. Ну, там 750 очков они набрали. Ну, они старались. 750. А, ничего себе, слушай. Вторжение круче, что ли? Вторжение, они по 1900. А что, это реально крутые такие перцы там на серваке? Да нет, конечно. Не, эти нет. А эти крутые. Ну, дай угадаю, как набирается это все. Три вара, три жреца, да? Нет, ты понимаешь, тут нельзя одинаковые классы в одном. А, тут все-таки сделано по-человечески. Да, 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 да. Так что это клиент официальный 6601. Только, здесь, наверное, все это стоит. Ивара, два жреца и бард. Не, ну конечно, ну, можно ты так, бы да. Смог играть и инженером, но так. В PvP нет. Да я думаю, что вообще никак. Ну, если там инженер, который вот в такой первой модификации, то, конечно, нет. Инженерская PvP это там не вообще не аля. А такой, который второй, под PvP более уже проточенный, он с уже... С бомбой, короче, на запах. А, ну так я играл таким, ты чё? Да ладно. Не, я до, пол... до полной переработки класса я играл. Капкан. Да? Там, ну, бомбы там скижи, такая мелочь. Бомба. Мне кажется, мелечь. Давай ты это. Задержишь? Короче, блин. Вы тут начали. Есть залпник, есть температурник. Температурник в этой версии вообще никак не катит. Он полный ОГ. Он только в 5-0 был нормально. Ну, и... Я вообще не знал, что инженер как-то делится еще. Нет, делится, есть температурник, но там просто... Вот взяли, сбили Саню, а Саня, короче, мне пачку не кинул. А ты на автомате качаешь гильду? Ой, ну ты даешь. Нет, я качаю гильду, но... Но начали же, когда мне гильдию кинут. А? Юзом желтого я еще же нажимаю, проверяю гильдию. Ничего себе, монтыж. Тема миража. Всё, начали прославлять. Ну чё прославлять? Все гильдии говно, есть только одна гильдия. Работяги! Ой, я тайную комнату открыл. Фига, не ожидал. Куда 5 рублей доната отправлять? Поддержу стрим. Голодающим детям Австралии. В Австралии? В Австралию, да. Как там? Мельбурн, Австралия. Все, конечно, в Австралии не угодно. Какой-нибудь фонд там, не знаю. Эдуарда Гаспеллы какого-нибудь. Чё, Никит, тебя не сосало, да, на этот, на первую стену? Нет. Ой, я, значит, сейчас на рулём пойду. Ага, мне рулить будешь, да? Тут понимаешь, Дэн, какая история? Я абсолютно бесплатно и безвозмездно помогаю хорошим людям.
В данном случае... В данном случае Махи, Вовки. Я понял. Что на них хорошие люди здесь заканчиваются. Я не качаю гидру, я на АБ решил сходить. Вот, вот, видишь, вот Вовка хороший человек. Он получает кайф от игры. Вместо того, чтобы качать гильду. Он взял, ливнул пачку, пошел на бастион. Красавчик. Я сейчас тоже пойду. После того, как докачаешь гильду? Так что, покачали там сколько? Часика получить больше. Ну, да. Всё, как хватит. О, надо левелапнуть. У нас вообще сегодня на АБ дичь была. Пришел мистик 29 тысяч. Говорит, пацаны, я контролю, у меня 800 тысяч хп. Нет, ну, если честно, когда его не видели, мы, он подсоебывал. Я знаю, он так и хвалился, говорит, типа, я стяжку кидаю, ну потом уже волны на 7-й, когда мы вас там убили. Типа, этот говорит, типа, о, я как только типа забегаю, меня сразу все в таргет берут. Ваншотно, да? Ну потому что, знаешь, как говорится, здесь же независимый ГС, то есть хоть какой ГС, он законтролит настолько же, сколько и равнодетый. Ну, ГС определяет количество статов, и там как раз вот десяток статов он-то и решает. Тут нет этих статов. Тут нет этих статов. Нет. Он не, просто, наверное, такой, короче. У меня воля просто накопится быстрее все. То, что вся разница. Ну, хотя бы так. Ну, а... Контроль пройдёт, и время одинаково. То есть он застанет на свои 6 секунд. Не такой говорит. Ну, я типа начал немножко возмущаться, конечно, бугурти там. Вот, он такой мне в ПМ пишет, типа, не беспокойся, у меня 90 стойкости, короче, он меня не убьет. Ёб, ну, тоже не парился. 90 стойкости? Так это на 7-й волне или где там? Ну, типа, да. Ну, я не знаю, когда там статы обновлены. Ну, 3-я, 6-я, 9-я волна дается статы. Наверное, да. Ну. Его не убивали. Это не 9-я, 8-я. 8-я. Когда-то он там писал, короче. Какой ужас. У меня, блин, больше заколебало, короче, Бена бегать. Это просто вообще такое было. А, нет. Да, нормально, я там все урон набивал. Ты мне решку как-то плохо набивал, что я отхилился. Так, а мне никто не бил решку, вот с этим проблема была. То есть мне бы решку набивали. Там все кто-то начал, короче, кто-то говорить, типа, там, не бейте пала, не бейте пала. Мне еще больше лук. Лук мне надо придал, он такой этот сдвоенный. Ну да, они там нормально так с этим молниеносками, да, по 500к бьют плечо. Не, он мне такой, у меня фул этот, фул хп, я вижу, на мне 5 стаков, поэтому пристрел. Я бегал мне вслед, блин, сдвоенка прилетает. Все, нарез. Че, вообще другой класс поменяет на инженера какого-нибудь. Ну, ты не сравнивай ГС, у тебя сколько там, 50? 62. 62, а там у нас луки были по 70. Ну, я ничего не говорю. Кто там по мне стрелял? Парни, а я турели пачками укладываю соло. С учетом того, что у лука соло цельнер самый сильный урон здесь. Так что... Да не, я не жалуюсь. Я говорю, просто больше бесит, чем Бен даже. Ну, блин, это такое чувство, когда ты только заходишь на эту точку, смотришь на Дэна, и ты уже у него уже в ассисте. Ну, в смысле, уже таргетится. Люди нашего уровня не жалуются. Мы излагаем свою обоснованную точку зрения, как оно должно быть. Да? Отойду. Наверное. Сейчас этот АБ. 18 секунд. Да я тоже был там. Так ливером сходи. Ой, подожди. Мат, послушай, ты знаешь, короче, заходишь на АБ и сразу всех в это. Иди йодай. Сань, иди йодай. Нет. Кстати, я йоду не вижу в гильдии. Чё? А, нет. Покинь защита. У меня лидер урка, вы понимаете? У меня лидер урка. Я заза. Сань, это ты заза?
Зазна, да. Нет, это я. Это плюят собака бешеная. Капитан Кокос. Там Кокс, не Кокос. Какой он Кокс? Не, ну у меня тут ребята скиллованные. Урка, Дадука, да? Помпей Маган, Пенк. Помпей Маган. Я думаю, мы тут не затащим. Твою мать, сказал Пенк. У меня Паня. 673 ГГшка. Скай, Скай. 500 голды, мы договоримся. Я смертелку кидать не буду. Молчание повисло сразу. Задумался, что ли? Над чем? Ну вот как раз над тем, стоит ли тебе платить 500 голды. А, ну это да. Я, Дениска, задумался, черт, а не продешевил ли? Тут спрашивает Тэнк, возможно, Скай в хиле? В вампе? Ты понял, ты в вампе. Тоже такой веселый пацан. Ну... Сарказм мне говорит. Не регайте нахрен, если у вас гир меньше нулька. Дэн, скайп, смотри. Чё? Буль-буль? Лёх, блин, поставь скайп вообще, я не знаю. Не хочу. Я бы тебе это писал. Он за мной следит. Скайп, что ли? Да. А-а-а. Не хочу. Я это, параноик. Не, веб-камера заклеена, когда я не это, не стримлю. А ты видел это, да? Цукербергера этот, или как Цукерберга этот, ноут? Нет, а что там? Ну, у него, короче, это... изолентой заклеены слоты для этих микрофона наушников и этот веб-вебка. А, ну правильно. Причем реально. Молодец. А так и должно быть, это я поддерживаю. Смотрел этот? Ну потому что идиоты, которые вот виндой пользуются, блять. Ну вот. Ты смотрел этот сериальчик Мистер Робот? Не. Бля, посмотри. Нормальный такой. Как раз про Linux этот. Какой ГС у Морокина у вас? На Мороке? У Морокина. Какой ГС? А, не знаю. Я тебе не могу ничего сказать. Ну, у него, где-то, мне кажется, у него лук фиолетовый есть. Где этого достаточно? Воин с фиолетовым луком. 65 камень. Да, это много объясняет. Вон, смотри, дистрей, давай я дистрей прям просто. А он надул сам себя? Он вне мира. Да? Ладно, надо было окей. Говорить, да? Та, нет, поехали, короче. Кого поехали? Я-то не против. Дистрей. Дистрей? Да, он вне мира. Бля-бля-бля, писос. А чё, здесь если, кстати, так вот по этим ходить, по мастерской Никит, карт... Никит, хиль меня! Сейчас. Хиль меня, хиль меня! Опять Дениска на фальцет перешел, прям гравитация яки прижимает! Хиль меня, хиль меня! О, в команде противник еще в меня какую-то херню кастует. Не, ну так неинтересно. Побили, да? Хель меня, хель меня! А-а-а. Черт! Что-то я какие-то днище шмотки его нашел. Вот мы твой фальцет не услышим. Блин, меня все спрашивают, что в трубосягах, типа, много народу. Я отвечаю. Говори много. Скажи, работяг много не бывает. Пиши, пи-пи-пи-пи. Пиши с нами бутылку, с этого достаточно. Они спрашивают, что? Кто это? Хуизит.
У меня вон парнишка со мной в комнате живет. Тебя, короче, Лёх знает не по видео, по лодам, а по видео какой-то озвучил. Ты ничего не озвучил? Подрабатывает в мультиках женских персонажей озвучивает фальцетиком. Лёх. А? Сейчас он шутеечку генерирует. Не, я просто перечитываю здесь. У нас сосед со мной в общаге живет. Тебя знает не по видео, по лодам, а по какой-то озвучке. Ну, ткни в него палочкой и скажешь, что он пизда был, и я ничего не озвучивал. Просто похоже, возможно. А, есть вероятность просто, что он Кузи смотрит. Это единственный чувак, у которого я покупал рекламу. Отвалит отметок. Только нужно до конца продержаться. Да. Вот Скайп из Лоды 9 волны проживет. Удачи. Да, чего ты взял? Ну, просто мы в 6 человек вас не сможем нагнуть. У вас что-нибудь... Причем у нас один точно это. А, у вас уже ливнули, ребята. Ну, тогда. Ну и, короче, сходил я в мастерскую карт, не набрал никакого шматья. Только заклинаний Гал парочку клевых вытащил. Шмальнул на всю жизнь. Какой-то грохот стоит. А почему? О, расход маны. Ребят. Ну чё? В курган не ходите? Фух, и шмель. Не, не ходим. Значит, нужно 12 человек в курган ходить. Ну, я в курсе. Не, ну, можно походить, нам просто... Говорю, что нужно, можно и в 5, в принципе, ходить. Если кому вечно инсигнии интересно, можно походить. Нам пока менять нечего. Не, ну, у меня вот, походу, есть одна на... А, во, я короче, убафался, я понял. На стойкость. Ну, прикольно. Я бы себе хотел на стойкость, на волю, на кровожадность. Не, ну если надо, я тебе отдам. Ну, как? Она же не привязана. Ну, да. Точнее, она привязана. Ты ему не отдавай. Пусть ходит в курган и фармит ее. У меня что-то еще в банке, короче, фиолины лежат. Ну, то есть там по 5 штук. На, эти... Ну, короче, вообще в основном, короче, только это... Домиком, ну, типа, и... Такими этими активностями трешовыми пока что занимаюсь. А, выдержка и решимость, короче, 5 штук есть. Это зачем мне Грому давал? Чтоб не катался. Быстрее закончим. Ну что значит быстрее закончим? Блин. Ну, быстрее, Вов, это значит вот меньше затрат по времени, чем было. Кайт, мы все равно будем до конца с Дэном. Ну, что, а зачем тебе время кататься? Ну, на маунте круто кататься. Хочешь, вот я сейчас стану, ты мне тоже дашь, кому бы. По-братски. Чтобы обидно не было. Мне не обидно. Я просто от одного и ушел, зашел, короче, в дымок, который я поставил, и там мне громам будет. Там не так. Ой, что-то я заблудился, нафиг, надо, короче, сохраняться и идти спать. В самом деле, а то жрать опять хочется. Жрать хочется. Тут даже делать нечего. Не, ну реально, жрать хочется, а я на диете просто, в общем, прикол. Слезай с нее. Не-н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 е. Я говорю, я реально, вот мне чисто по приколу до кубиков дойти, вот сфотографировать их. Я даже ради этого готов... Я ради этого готов эпиляцию сделать, ты представляешь? А вот... А, вы, наверное, не видели, я выкладывал по угару. Сейчас ВКонтакте покажу. Бля, Никит, что ты сделал? Я бы его за... А, кто-то пэку заюзал. Сейчас, пацаны, я вам скину эту картину. Или нет? Где ты прикладываешь гриль к пузу? Нет, круче. Где я, это... Как моются исландцы.
Не видели? Смотри, хмурится исландцы твои. Не-не-не-не, это там просто прикол такой смачный. Мне понравилось, я прям это так по наитию то же самое сделал. Народу прям вообще порадовало. Ща найду. Прям вот, да. вот позитивненько. Подожди, Лёха, я самый главный организационный вопрос забыл. А они вообще как к ТС-то относятся? Они знают, что такое? Ну, я имею в виду бывшие эти камелотовцы. А, ну я, короче, вопрос поднял в гильдии. То есть мы на этом, короче, на этом РК были. То есть, а у нас чувак, вот этот монтаж как раз, он на последние 4 не смог пойти, потому что не лагал РК. То есть ни перед заходом, ни перед логи компании.